Шалагашском районе также прошли торжества в честь Дня Конституции. За вклад в социально-экономическое развитие района отмечен ряд граждан. Бахтбек Капарулло – ветеран спорта. Внес значительный вклад в развитие спорта района. Воспитал немало достойных спортсменов. Его заслуги вознаграждены. Ветерану отрасли присвоено звание «Почетный гражданин Жалагашского района». 2 года назад вышел на заслуженный отдых. Сегодня мне присвоено звание «Почетного гражданина Жалагашского района». Я очень тронут и выражаю благодарность акиму района, ветеранам и всем остальным за поддержку. Поздравляю с Днем Конституции. Всем желаю крепкого здоровья, занимайтесь спортом. Представителям разных сфер за вклад в развитие района были вручены благодарственные письма акимов области и района. Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с великим праздником, Днем Конституции. Желаю каждой семье крепкого здоровья, благополучия, открытого неба над головой. Ко Дню Конституции мне вручили благодарственное письмо акима области. Очень приятна такая высокая оценка нашего труда. Это хорошая мотивация для дальнейшей работы. Поздравляю с праздником. Мира, добра, благополучия каждому дому. На торжественном мероприятии местные работники культуры представили театрализованное представление о значимости этого дня для страны. Был дан праздничный концерт. Лимар Иргибаева, Зисейдалы, Рамазан Жусупбек, Аслам Узарап, телеканал Кызылорда.